Сегодня замглавы МЧС России Николай Хигричушкин официально представил губернатору Олегу Мельниченко нового начальника Пензенского управления ведомства. Им стал Дмитрий Козлов. Напомню, он сменил на посту Сергея Козлова, который ушел в отставку. Сергей Михайлович очень многое сделал для нашего главного управления, для области. Я хочу сказать, что очень уважаемый человек у нас в нашем регионе. И он после ухода на заслуженный отдых продолжает работать в команде. Дмитрий Петрович, я тоже знаю, он начинал службу здесь, в Пензенской области. Практически вся его служебная деятельность, она была связана с нашим регионом. И выпал из Пензенской области он достаточно ненадолго. Я думаю, это очень хороший опыт, чтобы есть с чем сравнивать. Не только на примере одного субъекта, я думаю, будет очень полезно именно его, полезен его этот опыт сейчас уже на новой должности. Человек не новый, корнями отсюда, поэтому я думаю, что будет хороший тандем, как говорится, Главного управления МЧС России и власти субъекта. Николай Гричушкин отметил, что Пензенское региональное управление на хорошем счету, всегда занимает лидирующие позиции. В ходе встречи стороны также обсудили тему развития областной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и работу аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».